дорогой. Привет, моя любимая жена. Так, у нас скоро годовщина. Давай что-нибудь подарим друг другу. Ну, давай. А ты что мне хочешь подарить? Не скажу, ведь это будет сюрприз. А, хорошо. А как ты думаешь, что нам дети подарят? Я не знаю. Карамелька, карамелька. У мамы с папой скоро годовщина. Что мы подарим им? Да, что мы им подарим? Мы же ничего не купили, ничего. А у нас и денег-то и нету. Так, не переживайте. Мы что-нибудь придумаем. Мы же всегда знаем, что нужно нашим родителям. Итак, давайте им подарим машину. Машину? Все, открывайте. Это же чемоданы.